Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы дошли до этого городка, правда я уже не помню, как он называется. Ага, Ниптон. Или Нептон. Один хер, в принципе. Давайте-ка поболтаем. Don't worry. I won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. And then, when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson that Kaisar's Legion taught here, especially any NCR troops you run across. Какие уроки? Where to begin? That they are weak, and we are strong? This much was known already. But the depths of their moral sickness, their dissolution, Nipton serves as the perfect object lesson. Тупые уроды. Что именно случилось? Nipton was a wicked place, debased and corrupt. It served all comers, so long as they paid. Profligate troops, powder gangers, men of the Legion, such as myself. Так это ж круто! People here didn't care. It was a town of whores. For a pittance, the town agreed to lead those it had sheltered into a trap. Only when I sprang it did they realize they were caught inside it too. Капец. Вы схватили всех? Yes, and herded them to the center of town. I told them their sins, the foremost being disloyalty. I told them that when legionaries are disloyal, some are punished, the others made to watch. And I announced the lottery. Each clutched his ticket, hoping it would set him free. Each did nothing, even when loved ones were dragged away to be killed. Ну, вы убивали невинных горожан? Ха! Innocent. Hardly. Cowardly, though. They outnumbered us. Yet not once did they try to resist. They stood and watched as their fellows were butchered, crucified, and burned, one by one. They stood and hoped their turn would not come. Each cared only for himself. Интересно. Ваши преступления непростительны. As are all crimes. If you feel strongly about it, attack us, and soon you won't feel a thing. Ну как тебе сказать, сколько вас здесь? У меня есть укрытие? Да, есть укрытие, поэтому... Ну чё, ребятки? Ну как тебе сказать? Получи виблет, что ли? Не понял. Так. А, блядь. Да я не вижу ни хрена, какого, блядь. Чё тут вообще? Так. Мне нужна помощь, мне нужны стимпаки. Так, ну давайте их поближе-ка. Всё, подпустил. Достаточно. Понимать, куда я, блядь, влез опять же, ну? Нет. Тебе опять же въеблет. Да чё ты стоишь, дебил?
Так, опять же. Нужно добить шестерку. Да где там? Опять же стимулятор. Я вас всех перебью нахуй. А, блин. Чё же у меня за проблемы такие с прицеливанием сегодня? Куда ты там стреляешь, твою мать? Супер стимпак. И тебе тоже только... Да ебо на мать, тут... Какого хуя тут еще эти скорпионы? Что за хрень? Быстрее. Все в радиацию будет давать, да? Ну хер с ним. Так, ну урон это такое, блин, она мне сейчас ничего не даст. Ну вот один саквояжик заюзаем, у нас уже на то пошло. Ну чё, въеблет тебе, на. Вдруг повезёт. Да, повезло. Отлично. Уай, а чё это меня так приняло-то хорошо? Ну, мы... меня принимает так. Ну вроде как все, а? А, сучки, все? Винтовка ковбоя. Пойдет. Беру, беру. Беру, тоже беру. Продам. Изгой для легиона Цезаря. Прекрасно. Долбал вас в рот. Дальше. Винтовку ковбоя починю. Дальше. Ох. Меня только начинает попускать от этих всех стимуляторов-то. А где же я тут их убивал-то? Вот там вот где-то, по-моему, возле горящих покрышек. Так, ну давайте-ка пройдемся, подлутаем. Что со скорпиона упало? Ничего. Откуда я убегал? Вот это вот единственное. Где-то отсюда, да? Да, вот тут вот началась драка. Битва за проспект. И вот где-то тут вот я начал убегать. Так, собачатинка. Так, вот тут я начал отступать, по-моему, где-то сюда, что ли. Так, 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 так. Собачка, да, именно. Шкурка. Сдерем с этой сволочи шкурку. Броня, рекрут заберем. Мачете.
Интересная тема, но я не пользуюсь холодным оружием. Продам в любом случае. Шлем рекрута. Говно. Возьму. Пускай будет. Дальше. Дальше я где-то пошел, по-моему, дальше в эту сторону. Господи Иисусе, как же сложно все эти трупы выкупать. Тут вот что-то было, какое-то движение тоже. Хрен поймешь, в общем-то. Их же было так много. Почему их сейчас так мало? Ладно. Давайте-ка посмотрим по оружию, что мы подняли. Честно говоря, я уже не играл просто порядка 4 дней. И что меня так взяло за душу эта ихняя угроза? Не знаю. Просто я мог, и я это сделал. Все на самом деле просто. Так семизарядное. Интересно. Вармент на тройке. Нет, пистолет на тройке. Вармент на четверке. Так, давайте-ка посмотрим. Интересно. Это винчестер, по-моему, да? Именно. Это винчестер. Хорошо. Давайте-ка посмотрим, что тут у нас получилось. И кто у нас тут обитается. Была ворона. Это у нас что? Лазерная винтовка. Мотоциклетный шлем. Интересные вы, ребята. Кто ты такой? Эйдер. Старатель. С дробовиком. Ты тут один? Ага, ну вас тут было двое, судя по всему, да? Хорошо, куда меня ведет судьба? Где-то сюда. По-прежнему, так что давайте лечиться. Так, чем это полечиться? Что у меня по конечностям? Ну как бы докторский саквояж. Нормально. Лечилок у меня больше нету, к сожалению. Но я знаю. Давайте-ка собачатинку сожрём, а чё уж там. Может, немножко попустит. Так, а чё я вообще сюда зашёл? Интересно. К этому старателю, причём он один. Я даже не знаю, вот просто как-то... Я вроде бы как много добра сделал, но тут... Ну, не пошло, парень, понимаешь? Ну, вот как-то... Что-то ты тут один оказался, причем я должен выдать себя за единственного свидетеля. Ну, как бы, знаешь, это все... Херово это все, так что, извини. Так, давайте посмотрим костюмы. Ковбойская шляпа. Ага, уже нихера не чинится даже, да. Прекрасно. Просто, мать твою, прекрасно. Ой, я же еще не могу носить броню фракции. Да япона, мать. Говняна. Тогда возьму твою одежду. Пускай она очень плохая, но, по крайней мере, она будет. А там уже что-то найду себе. Так, так. Какой ужас, а? Так, ну давайте-ка отремонтируем вот эту этой и вот этой. Носить я ее все равно не буду, но тем не менее. Ремонт ковбойской шляпой. Ну как бы не знаю. А шлем этот я таскать могу, да?
Да, могу. Ничего, видок такой. Неплохой, по крайней мере. Так. Стойте. Вот и серия подошла к концу, тем не менее. Продолжим уже в следующей серии. Такая она получилась, обезбашенная, безголовая. Ну, получилось как получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.